Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу записать коротенькое видео, но не знаю, как получится. Иду через парк, потому что в городе очень жарко у нас в Петербурге. Нам все время то жарко, то холодно. Я чуть пораньше хотела на пляж сходить, но нет, не пойду. Я думаю, мне же нужно видео записать. Я же обещала, вот третьего дня, да? А давайте я буду показывать парк. Вот я сейчас переверну камеру. Я обещала, значит, показать ответ от Виталия Озерова, ну, для Евелины Николаевны и для всех, кто следит за этой ситуацией, что она, ну, в очередной раз оклеветала меня. Значит, ну вот прикрепляю я, да, это фрагмент, и, естественно, я применила блюр, потому что это личная переписка. И вы, Евелина Николаевна, увидите переписку, естественно, полную, без блюра, когда вас будут знакомить с моим заявлением. Не знаю, как-то я, наверное, иду, и будет все трястись. Ребята, ну как получится? У меня нет времени. Знаете, дома я сегодня Валентине Николаевне и так весь свой перерыв посвятила. На самом деле видео уже не просто быстро сделать, его же надо сшить, там музыку все подобрать. Ну вот, по поводу, значит, ответа для Евелины Николаевны я все сказала. Ну, есть что еще сказать, но не хочется. Значит, хочу сказать для девочек, которые фан-группа, да, наверное. Фан-группа называется. Где вы пишете комментарии, там мне гадкие. Для Светланы Канджиева. Светлана, если я неправильно называю вашу фамилию, вы меня извините, поправьте. И для Валентины Николаевны Баевой. Валентина Николаевна, милая вы женщина. Там парень идет просто, чтобы не попал в кадр. Давайте я вам сразу скажу. Я сейчас, кстати, прикреплю. Я вас помню, вы у меня были в очереди. Вот еще с тех пор, вот как Денис Баев у вас канал был, да? Когда вы еще на этом канале были, на проукраинском он тогда был канал. Еще тогда. Значит, когда вы драники, рецепт драников записали, картошку заморозили. Если сейчас найду, прикреплю все это. Много не буду я ничего искать. Ну, как же мне быть? Народу много в парке. Ну, не так, чтобы много, но по аллейкам там много ходит. Так вот, вы у меня просто как бы были, да и были, да? А я же не могла там написать на вас заявление, ну, по каким-то комментариям, ну, таким простеньким, или там одно-два. И просто, когда накопилось, да, материала на вас, естественно, это вылилось вот в мои заявления. Но согласитесь, я имею право. Правильно, Валентина Николаевна? Я имею право, и вы имеете право. Напишите на меня заявление. Ну, и не эмоционируйте вы так. Потому что, ну, интернет – это общество, это… вот сейчас мы так живем, мы… нет, так мне все это в лицо. Мы, знаете, заказываем продукты, какие-то билеты, записываемся к врачу. Все у нас проходит через соцсети, поэтому нужно соблюдать, значит, законы и соблюдать нормы и правила приличия, да, поведения в обществе. Интернет – это общество. Вот. Почему вы решили, что вы имеете право ползать, как вы говорите? Ползает она здесь. А что это я не могу ползать? Весьма вы интересно. Ну, что это за нацистский такой, знаете, предъява, скажу я вам так. Вы исключительная, да? Кстати, исключительность – это один из важных признаков нацизма. Поэтому будьте осторожны. Потом, почему вы считаете, что я ползаю здесь каких-то левых страниц? Ну, зачем мне левые страницы? Я захожу со своей страницы. Тогда мне приходится заходить, потому что, ну, теперь вы у меня в работе. Теперь я буду долго заходить. Я не читаю там всех, да. Я читаю вас, скриню, что нужно. Потом я не все скриню. Иногда мне присылают ссылку на ветку, да. Я очень благодарна. Это очень удобно. Тогда мне не нужно заходить и тратить время, искать, да. Потому что, ну, по много же там комментариев. Друзья, хожу по пятаку, кручусь и все. Потому что то солнце, то люди идут. Вот. Поэтому, Валентина Николаевна, вы не ущемляйте, пожалуйста, мои тоже права, да?
И я вам вот даю ответы иногда. Все ответы я публиковать от правоохранительных органов не стану. Я вам дала почту. Хотите, я вам перенаправлю. У меня, правда, еще нет ни одного отказа. Но если у вас есть, ну, покажите. Ну, только там тоже заблюрьте. Надо все это, знаете, фамилии, да все, чтобы это было. Дело в том, что вот вас опрашивают, меня же тоже опрашивают, ну, ваши представители МВД, прокуратуры. Поэтому, Валентина Николаевна, все очень серьезно и надолго у нас с вами, да? Один раз отказ – это не отказ. Кстати, по, как же ее фамилия-то, Электросталь, там я получила отказ, да? Марина Гулия, во. Я получила отказ, думаю, ну вот, еще работа прибавилась, обжаловать, да. И мне буквально вот к вечеру, да, на почту, почему-то даже ночью, не знаю, так как-то почта, видать, электронная у них что-то там запаздывает или что, не знаю, обычно сразу должен получать. Ну, не суть. Сама прокуратура отменила отказ вот у МВД, ну, территориального, очевидно. Ну, в общем, в работе. Потом, смотрите, значит, с Надеждой Новиковой. Второй год у нас с ней идет, значит, разбирательство в правовом поле. И все очень серьезно. Сейчас мною инициирована проверка ФСБ их области, потому что Надежда имела неосторожность, ну, не знаю, соврала она или нет, что у нее, ей ничего никогда не будет за то, что она дискредитирует, значит, нашу армию и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Смело она так себя вела, потому что у нее брат. Мне пришел официальный ответ, что нет, проверили, родственников у нее нет. Я это публиковать тоже не стану. Ну, просто видите, как все долго, второй год уже, и еще дольше есть дела, которые и 2 года, поэтому все это не очень быстро. Если вы хотите это проверить, то, пожалуйста, напишите на меня заявление. Ну, во-первых, вы сразу почувствуете, что такое написать заявление, и будет ли у вас время и желание ходить в группу и что-то там писать. А вот объясните мне, пожалуйста, вот вы туда приходите каждый день, да, и пишете... Вот я даже не знаю, вы находите, что написать одно по одному? Вот чтобы что? Или это у вас вот негатив, и вы его в себе не можете держать, и вам нужно куда-то это все, ну, какое-то, выплеснуть все это? Это что ли как, ребята, как помойная яма там вот это? Эту группу тоже, как бы, я ее не занимаюсь, она будет закрыта. Просто сейчас все ваши преступные деяния там как бы складированы, да? Вы же их совершаете, они там находятся, мы же ссылки даем в правоохранительные органы. А так бы... Там уже столько за оскорбление личности, столько есть поводов ее закрыть, знаете. Поэтому, девочки, еще раз, значит, там в основном ко мне обращаются Светлана Канджая и Валентина Николаевна Баева. Вы меня не спровоцируете, я писать ничего не буду вам там, потому что я не знаю, что вам писать. Ну, во-первых, это время, во-вторых, я не знаю, а что я должна писать там вам, скажите. Ой, вы знаете, сейчас присяду, здесь какое-то колесо, если честно, устала по жаре ходить. Ой, колесо грязное, ну ладно. Я не знаю, что вам писать, вот, поэтому вы меня не провоцируете. Вот это колесо присело, видите? Не буду я писать, если что-то мне нужно будет, я, значит, на своем канале. Я часто все равно тоже не буду публиковать. Вот. Еще раз хочу сказать, что вы напрасно слушали вашу... Ну, Велину Николаевну, да, она врет, вот сейчас я вам доказала, что она все время врет. У меня нет каналов, вот нет каналов никаких вторых, и никогда не было. В ТикТоке у меня был, это знает Велина Николаевна, и там все знали, потому что там блокировали за эти, а я, ну, в общем, в ТикТоке когда-то давно он был, ну, его знали. Вот. А здесь и вообще нигде нет, потому что, ну, зачем, во-первых, платить эти, за эти сим-карты деньги? Я не знаю, там как-то, это же все через сим-карты делается. Вот, потом и... Писать комментарии я не пишу. Я писала их, вы читали, они есть. Я и жесткие писала комментарии. Но не такие, Светлана Каджея, что вот вы мне сейчас сменили. Вы знаете, я понаблюдаю за вами. Может быть, вот это вы разово написали и все. Я даже не буду повторять про этот мусор. Да, я этого никогда не говорю, этого слова. Вот. А что я на себя опять поставила? Вот. Поэтому, если вот вас что-то не устраивает, вас же опрашивали, я не знаю. Кстати, у вас такой участковый в Фокинском районе, да, приятный человек.
человек, мужчина, молодой человек, хотела сказать, он взрослый. Я не знаю, он сказал, что вас опрашивал. Так вот он, если вас опрашивал, то на что вы не написали встречное заявление на меня? Написали бы вот это, Колесникович, вот прошу установить. Кстати, вы знаете, правоохранительные органы неправильно делают запросы на платформу ВК, и вот сейчас я им все время пишу, я сама изучила эту инструкцию, да, на платформе, как правоохранительные органы должны обращаться, и вот, значит, я это теперь им описываю. Ну, не знаю, будут ли они это делать или нет. Видите, никто не воспринимает всерьез эту ситуацию, считают, что это скандал просто между двумя женщинами. Но, знаете, все равно, вот Владимир Владимирович и на Совете Безопасности, да, Российской Федерации, и на коллегии МВД, да, он, ну вот, вы же только подумайте, он же не напрасно, да, выводит на первое место этот вопрос, да, о том, что вот первая необходимость бороться с неонацизмом в стране, да, а в силовые структуры он призывает к консолидации, чтобы жители нашей страны, значит, были обеспечены, жизнь наших жителей нашей страны была обеспечена, чтобы было спокойно, да, как во время, приближенное к военному. Ну, я не знаю, почему наше, знаете, колесо не очень-то тепленькое здесь, все-таки в парке сыра стану я. Это не знаю, почему правоохранительные органы, вы знаете, напрасно, я уже вот и в приватных беседах там с девочками же общаюсь и говорю, что сейчас вот политинформации нужны, да, всем, и, ну, не только в правоохранительных органах люди едут, везде нужны политинформации, особенно в это время, да, вот раньше было это здорово, и, во-первых, это ж по очереди люди готовились и втягивались, и узнавали, да, что важно для страны. Вот. И потом, мне кажется, что вот замполиты раньше были, да, заместители там начальников по политической части, сейчас это называется заместитель начальника по работе с личным составом, что ли. Ну, мне кажется, это не то. Даже само слово, да, заместитель по политической части, это очень-очень даже важно. Друзья, я даже не знаю, я, наверное, уже, знаете, 11 минут говорю, что-то еще нужно сказать, нет. Я хочу сказать, что я не стану много публиковать, да, вот таких вот видео. Это просто, как бы, ну, вот повод, да, ну, как бы, просто же я не опубликую, вот что мне ответил Виталий по поводу того, что Эвелина Николаевна лжет. Ну, думаю, скажу еще что-то. А, еще Валентина Николаевна Баева, вы, знаете, очень такие комментарии пишете. На ваш взгляд, вам кажется, что вот, я Колесникович там укусила, уколола. Ну вот вы пишете, что, значит, Гордиенко пришел, значит, мне должен был прийти отказ, мне ничего не пришло. А вы знаете, то есть вы связаны как-то с Гордиенко, значит, она что-то вам уже там сказала, спасибо вам за это. Я, конечно, напишу по этому поводу. Кстати, вы напомнили мне по Гордиенко, у меня был опрос уже давненько, да, давненько, и ни слуху, ни духу. Поэтому я вас благодарю по Гордиенко, значит, я напишу им, и если там, ну, затребую хотя бы, раз уже какое-то решение есть, да, почему у меня-то его нет. Вот, я вас благодарю за это. Вот видите, вы мне даже очень хорошо помогаете. Ну, друзья, все, наверное, на этом. Бывает у меня какие-то... Сколько народу, я не знаю, как видео получилось. Бывает у меня, знаете, тоже хочется и то, и все сказать. Ну, я понимаю, что это не всем-то интересно. Это ограниченный круг людей наблюдает за этой историей. В общем, как-то так. Может, мне и завтра удастся пораньше уйти, и я пойду на пляж. Но, кстати, когда я хожу на пляж, я не беру с собой телефон, потому что, знаете что, опасаюсь, он у меня важный. Друзья, всем всего хорошего. Пойду я сейчас домой, буду сшивать это видео, буду, ну, вставки делать, ну, или на экран выводить. Всего хорошего. Счастливого лета всем. Берегите себя и своих близких. Я готова к диалогу, девочки. Пожалуйста, Светлана Каджиэ, кстати, вы... Я всегда попрощаюсь, еще что-то. Кстати, вы писали, что Валентина нашла такой способ, значит, до меня что-то доносить в грубой форме, да? Потому что у меня закрыты все лички. Да это вы меня все там заблокировали сразу. Я не собиралась никому писать. Поэтому я уже писала, да, под
видео каким-то. И сейчас говорю, что у меня в YouTube-канале, значит, есть электронная почта. Кстати, фолловеры Эвелины Николаевны мне пишут оскорбления всякие. Вот Марьяна Головина, такая прям Головина. А вот нафига вы мне писали вот эту мерзость, что вы писали почтой электронной? Мне, как, кстати, знаете, нужно доехать. По вас тоже как-то все тихо-тихо. Нужно доехать в Кронштадт, если вы в Кронштадте. Ну, в любом случае, это недалеко. Я могу себе это позволить. Ну, наверное, тоже не стримглав, потому что очень много и других дел, кроме разбирательств. С вами, девочки, я еще хочу жить, хочу наслаждаться. Как бы вы там меня не оскорбляли. Кстати, Валентина Николаевна, ну вот напишите мне, чем мои лупоглазые глаза хуже ваших глаз. Или у других людей лупоглазые глаза. Чем они хуже ваших глаз, не лупоглазых? Напишите. Это, кстати, экстремизм, проявление экстремизма. Вот я вам почему там в комментариях скопировала. Немножко сама написала, немножко скопировала. Времени-то нет, поэтому... Пожалуйста, дифференцируйте. Друзья, всего хорошего, до свидания. Благодарю за внимание. Вам добра, вам и вашим близким. Берегите себя. Друзья, как всегда забыла, хочу дополнить. Я потому что не готовлюсь к видео, надо готовиться. Возможно, план писать. Ветерок, кстати, я в парке так свежо и даже очень свежо. Значит, Светлана Каджея, вам я хочу сказать. Обижаетесь вы там сильно, да? И я это вижу, постоянно пишите. Забыла, Елена. Отчество, простите, забыла. Вы все время, значит, подчеркиваете, что это я, да, под этим никнеймом. Хотя Елена, отчество не помню, она и показывала что-то, но не суть. И это ей, наверное, тоже неприятно, да, что ее как бы принимают за другого человека. Она не скрывается, ничего. Но вы там по каким-то своим моментам, значит, решили, что вот она что-то знает, что только могла знать я и вы. Очевидно, вы знакомились с моим заявлением. Так вот, я вам скажу, что все, что в моем заявлении о вас, я взяла в Яндексе, да, или вот здесь в комментариях, да, вот, кстати, про этот второй никнейм, да, в общем-то, вот, это тоже важный момент был, почему я на вас заявление написала, потому что я против этой пропаганды. Вот, поэтому давайте там еще немножечко как-то просчитайте, подумайте, и, ну и вы поймете, что вы не правы. И еще знаете, какой момент? Я вот эти заявления на вас, на всех пишу, да, девочки? Не на всех, на многих, да? Ну... Нет, конечно, было бы хорошо, если бы там с вами беседы какие-то проводили, они были действенные, но не всегда, да, получается так, как я хочу. Но у меня-то другая концепция. По большому счету, мне не важно, какие ответы будут, да. Важно, что я вот написала, я поработала. Полиция поработала так или иначе. У меня на руках есть ответы. Это моя концепция, это мне так нужно. Поэтому... Ну, хотите, радуйтесь, хотите, не радуйтесь. У меня свой план. Всего хорошего, теперь точно я больше ничего не прикреплю. Хорошо, что я еще не сшила видео, то есть домой еще не пришла. Здесь связь плохая, все равно не сошью здесь. Всего хорошего, до свидания, друзья. Берегите себя.